Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Это программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях представитель патриарха Московского и вся Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений Соколов. Православный ученый-библеист, доктор богословия, профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры. Ну и главный научный сотрудник. Батюшка, поправьте, если я где-то ошибся. Все верно. Здравствуйте, благословите. Будьте благословенны, Тимофей. Добрый вечер. Отрадно вас видеть вновь на Уральской земле. И мне приятно. Я, наверное, должен сказать нашим уважаемым зрителям, что это не случайно. В начале февраля в дистанционном, правда, режиме на платформе Zoom прошла 10-я Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь. Богословие. История», посвященная памяти новых мучеников и исповедников Церкви Прусской. Ее организаторы – Екатеринбургская епархия, Екатеринбургская духовная семинария и многочисленные светские вузы. Участие в ней принимают и преподаватели, и аспиранты, и магистранты духовных, светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин. И вы на этой конференции тоже выступали, у вас был пленарный доклад. Совершенно верно. Мышка, чему посвящен был ваш доклад и какие у вас впечатления остались от уже прошедшей конференции? Впечатления, как обычно, самые превосходные. Я второй раз участвую в конференции общероссийской здесь, в Екатеринбурге. Собирается цвет церковно-исторической науки. И на сей раз это прошло в онлайн-формате, дистанционно. Но общецерковная аспирантура и докторантура наша не ограничилась Zoom, а решила десантировать живьем сразу нас двоих, отца Алексея Марченко и меня. Вот. Мы прибыли на Урал. В Екатеринбург, на Урал, да, чтобы лично участвовать, не через Zoom, а лично участвовать в этой конференции. Ну, мой доклад был посвящен библейским пророкам. В таком историческом контексте я старался представить, потому что здесь это, в основном это форум церковных историков, прежде всего. Не столько богословская, сколько церковно-историческая конференция. Ну, а это история Ветхозаветной Церкви, древней, да. Это почти 3000 лет тому назад, пророки 8 века, первые письменные пророки. Вот. Ну, и я постарался рассказать не только об их пророческой вести, о некоторых аспектах их пророческого учения, но и о том историческом контексте, в котором они действовали. Это закат Северного Израильского царства, последняя четверть VIII века до Рождества Христова, это гибель Северного царства в результате нашествия ассирийцев. Вот. И это первые письменные пророки Амос и Осия. Это Северное царство израильское. И их младшие современники, первые пророки, письменные первые пророки Южного царства, иудейского, это Исаия и Михей. Исаия и Михей вполне продолжают учение пророков Северного царства в том, что касается обличения в идолопоклонстве во всех его формах и проявлениях, а также они настаивают на социальной справедливости. То есть в их обществе творились социальные преступления, совершались, и пророки говорят, что это как раз вызывает гнев Божий и божественное наказание в виде нашествия ассирийцев. Сначала на Северное царство, потом и Южное тоже подвергалось угрозе нашествия не раз. Хотя Господь до времени помиловал Южное царство, оно просуществовало на 135 лет дольше Северного. Ну, потом на смену ассирийцам пришла гегемония вавилонян, но вавилонская держава. И под натиском Навуходоносора в VII уже веке, в VI веке даже, в начале VI века, пал Иерусалим. И, в общем-то, Иерусалим постигла та же судьба, что когда-то северную столицу Шомрон, Самарию. Произошло порабощение? Произошло захват, да, и сначала на севере. Вот, это была эпоха, когда... Ну, давайте сначала о Северном царстве, да, поговорим. Конечно. Это была эпоха, когда над всей Передней Азией, над всем Ближним Востоком нависла грозная тень ассирийской державы, новой ассирийской империи. Это было первое в истории человечества государство, претендовавшее на мировое господство. царь носил титул царя царей или царя князей. Великим реформатором был Тиглат-Паласар III, который как раз современником был второго письменного пророка, пророка Осии. И в ближайшие годы после его смерти при его преемниках Салманасаре V, Саргоне II, было покончено с независимостью Северного Израильского царства. Он был реформатором, да. Что такое Израильское Северное царство? Что оно из себя представляло? Ну, если обратиться к библейской истории, к священной истории, то мы видим, что при преемнике Соломона, при царе Равоаме, северные 10 колен отделились и сказали: ну, знай свой дом, Давид, мы не хотим подчиняться этим деспотичным Давидидам, царствующим в Иерусалиме. Вот, мы настаиваем на том, что у нас вот каждое колено самостоятельно, такие у нас традиции военной демократии, и подчиняться, платить огромную дань, подчиняться, налоги платить и вообще подчиняться южному царю, потомку Давида, мы не собираемся. И вот Равоам I поднял мятеж, вернулся из египетского изгнания, как повествует Библия, поднял мятеж, и северные 10 колен отделились. И вот если царство Саула, Давида и Соломона – это единое царство, 12-коленное, то после Соломона, при Равоаме и дальше – это отдельное существование двух разных царств, двух разных государств. Северное называется Израилем в Священном Писании, состоит оно из 10 колен, и южное – это 3 колена. Колено Иуды, колено Леви и колено Вениамина. На самом деле колен же не 12, а 13, потому что колено Иосифа разделяется на 2. Ефрем и Манасия. Вот сейчас я прям просто открываю для себя. Вот именно для этого и нужна такая беседа. Да, да, это очень интересно. История древнего Израиля, она ведь во многом служит прототипом дальнейшей и христианской тоже истории. Так вот, этот самый Тиглат-Паласар III, он реформировал и внутреннюю, и внешнюю политику ассирийских императоров. До этого как строилась завоевательная политика ассирийских царей? Они захватывали новые территории, превращали бывшие когда-то вассальные царства просто в свои очередные провинции, которые, недолго думая, называли по названию главного города этой провинции. Городу осажденному двигался ультиматум: или вы сдаетесь, или с вами вы будете очень жестоко наказаны. Ну, обычно что делали ассирийцы? Город сравнивали с землей, когда захватывали. Сады вырубались, каналы засыпались. Все население поголовно истреблялось. Понятно, что с такой политикой экономику не построишь. Поэтому Тиглат-Паласар III меняет в корне внутреннюю политику. Он вводит такое новое в своей политике — депортацию. И новые захваченные народы депортируются почти целиком и полностью в пределы коренной Ассирии. Остаются только бедняки земли, чтобы обрабатывать землю, возделывать виноградники, поля, огороды. А знать, купечество, ремесленники, мастеровые люди, все отправляются в пределы коренной Ассирии, к отдаленным рубежам. А оттуда заселяются другие народы. Вот так, кстати, появились самаритяне. Это смесь пришлого населения из восточных окраин Ассирийской империи. И они смешались с местным населением, с еврейским, и возникли самаритяне. Вот. Если можно, еще один вопрос. Ассирийское царство, вот в современной географии, что из себя оно представляло, если от чего, какие страны занимали? Само название происходит от города Ашшур в Северном Междуречье. Было древнее ассирийское царство, небольшое по размерам, вот, а новая ассирийская империя, новая ассирийская монархия, она претендовала на восстановление как бы древних традиций, захватили Вавилон. Кстати, Тиглат-Паласар III, фиглофилосар синодального перевода, была его коронация, его интронизация в Вавилоне, в этом главном городе Междуречия, да, хранители всех духовных традиций Междуречия. Он был там коронован, дано было тронное имя Пулу, фул синодального перевода, что значит «саманный кирпич» переводится. Такое было имя. И они стали захватывать Сначала захватили всю Вавилонию, Междуречье, потом прорвались к берегам Оронта, потом те территории, которые принадлежали филистимлянам, финикийцам, частично некоторые города. Один из них, например, один из предшественников Тиглат-Паласара III хвастается тем, что он был в Сидоне, захватил этот город, а потом охотился в Средиземном море на дельфинов. В его анналах это описывается. Вот. Ну и реформы Тиглат-Паласара III, они были очень обширными. Появились целые новые рода войск, такие как саперные войска, инженерные войска. Конница стала ударным родом войск. Разведка очень хорошо работала. Шпионы были. Вот, во всех царствах, государствах, все докладывали царю-батюшке. И когда последний царь израильский, Осия, тезка пророка Осии, он решил выйти из вассальной зависимости от Ассирии, ну, видимо, это был жест отчаяния. То есть такую огромную ежегодную дань приходилось выплачивать. А к тому времени, после Сиро-Ефраимитской войны 30-х годов, Израиль потерял 4/5 своей территории, самые плодородные земли. И Израиль не мог выплачивать ежегодную дань, просто экономически было это не по силам. И поэтому в отчаянии Израиль вышел из антиассирийской коалиции, вступил в тайные переговоры с Египтом, а Осия говорит, что посылают послов к Ассуру, в Египет отвозится Илей. Вот этот вектор международной политики постоянно меняется. То проассирийские тенденции, то антиассирийские. Но Египет к тому времени был очень слабым государством по сравнению с Ассирией. И, конечно же, не хотел ради израильского царства ссориться со своим могущественным северным соседом, с Ассирией. Вот. А ассирийцы такой измены не прощали. И поэтому сразу же была организована экспедиция. Уже не Тиглат-Паласар, а его преемник осадил Шомрон, Самарию, столицу. И через 2 или 3 года Самария была взята, Саргон II. И все население, почти все население, кроме самых бедных людей, было депортировано. И другими народами эти территории были заселены. Потом эту же самую политику депортационную воспримет Вавилон, но вавилонская держава, которая придет на смену ассирийской. Вот. Но не в таких, может быть, масштабах, как ассирийцы, но тоже они будут заниматься депортацией. У персов уже этого не будет. Вот. Но потом, как известно, в наши времена, в 20 веке, да и в 19-м, депортации возродятся. Например, депортации индейцев североамериканских с берегов Миссури и Миссисипи. Потом не самское, не русское население Кольского полуострова депортируется в 20-30-е годы. Ну а в эпоху, в середине 20 века, в Великую Отечественную войну, депортируются целые кавказские народы. Да? Целыми народами. Да. Видимо, правитель тогдашний советский хорошо учил церковную историю, закон Божий, потом семинарский курс, хорошо знал историю Древнего Израиля, новый Тиглат-Паласар. Вот, он понимал, что народ, оторванный от своей земли, теряет волю к национальному сопротивлению, поэтому целиком их депортировали, полностью все народы. Вот так повторяется иногда история. Спустя тысячелетия повторяется то же самое. Вот. Но очень интересно, пророки, они всегда актуальны. Вот Амос и Осия – это первые письменные пророки. Большим вопросом является, почему, собственно говоря, возникла необходимость записывать пророческие речи. Да? Ведь пророк, он прорекает Божье Слово, изрекает. Это устный жанр пророчества. Пророк обличает. И пророк озвучивает, фактически просто говорит, да? Да, так говорит Господь. Так. И вот были же великие дописьменные пророки. Угу. Самуил, Илья, Елисей. От них никаких текстов не осталось. Что мы можем знать о проповеди, например, пророка Ильи? Ну, единственное, что мы знаем, что вот он противостоял пророкам Ваала, языческим, да, и говорил, что вот Господь Бог Израилев, Он и есть истинный Бог, а не ваши Ваалы. Вот, пожалуй, все содержание его проповеди. А ведь наверняка он же о чем-то и другом пророчествовал. А вот письменные пророки, они, их учение, их весть дошли до нас. Амос – пророк социальной справедливости. Он обличает правящий класс своего времени в социальных преступлениях. Продают бедного за пару сандалий. На вине взыскиваем с обвиненных. пьянствуют в домах богов своих или в доме бога своего. По-разному можно перевести. Вот. Коррумпированность правосудия. Судьи обслуживают правящую власть. Те дают судьям взятки. Вот идет тяжба, судебная тяжба. Богатый землевладелец и бедный крестьянин, который у него в долгу. Он вынужден отдать за свои долги дом, участок земельный. Даже орудие труда должен у него брать, чтобы обрабатывать его же поля в уплату долга. Вот. И вот это социальное расслоение, оно чудовищно росло. Эта пропасть угрожающая увеличивалась. Чем еще выражалось? Есть какие-то детали, которые вот прям наглядно показывают, что богатые очень богато жили, а бедные очень бедно жили? Есть. Пророк Амос это обличает, что понастроили домов летних и зимних, дома украшенные слоновой костью, очень богатый материал. Вот представляете, дом вот в Екатеринбурге, какой-нибудь дом, двухэтажный особняк, он весь украшен, инкрустирован слоновой костью. Вот. Я думаю, что... Даже сложно представить, мне кажется. Даже ваши олигархи, не каждый из них, я думаю, может себе позволить себе такое. Вот. И действительно, археология это подтверждает. В Израиле было очень большое социальное расслоение, действительно были найдены дома, инкрустированные слоновой костью, были там ложи из слоновой кости целиком, там вот упоминаются, тоже это было найдено. И вообще двухэтажные дома, это по тем временам было что-то. Вот, скажем, в Иерусалиме того периода весь Иерусалим был застроен типовыми одноэтажными зданиями. Опять же, это не догадки, это археологические данные. Археологические открытия, да. Вот. Археологи израильские раскапывают, находят, он Финкельштейн знаменитый и другие, вот, раскапывают эти города. Да, в Северном царстве были не только Самария, были другие очень богатые города. Мегиддо, Хацор, вот, там тоже очень много интереснейших было найдено раскопок, найдено артефактов вот, во время раскопок. Да, вот социальная несправедливость, обличаемая пророками, пророки говорили, что это угрожает как раз, вызывает гнев Божий. И Господь за это может наказать свой народ. Потому что, ну да, социальная несправедливость была во все времена, у всех народов. Есть она и сейчас, конечно же. Вот. Но в Израиле так не должно было быть. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Вот по какому принципу должен был жить еврейский народ. Это записано в основном законе Израиля, да? Оттуда перешло в нашу христианскую культуру, наши христианские понятия социального, да, добра. Вот. Коррумпированность правосудия. Вот тяжба. Богатый с бедным. Вот судья, князь какой-нибудь. Ну, в то время исполнительная власть не была отделена от судебной. Это была, по сути, одна власть. И вот богатый, он дает взятку, чтобы тяжба была решена в его пользу. И Амос говорит, эта взятка может составлять какую-то пару сандалий, пару обуви. Вот. И богатый оправдывается во время этой судебной тяжбы, а бедный вгоняется в еще большую кабалу, вот, долговую. И в результате получается что? Михей обличает в этом свое иудейское общество. Михей был сельским жителем, провинциалом. Он это хорошо, прекрасно видел, что крестьяне лишаются домов, земель за долги. И становятся обезземеленными пролетариями сельскими, вынужденными продавать свой наемный труд и покупать даже орудия труда. Вот. А по закону, неважно, когда были написаны те или иные постановления священного закона, но важно то, что по этим законам должно было жить израильское общество. Так вот, по закону земля эта вся, она принадлежит Господу. Израильский народ лишь пользуется ею, как бы берет в аренду у Господа. И поэтому и в книге Иисуса Навина написано, что каждое семейство в каждом колене получало свой надельный земельный участок, неотторгаемый. Он не мог этот участок переходить. Даже если человек нанимался, становился временным, ну, не рабом, а работником скорее на чужой земле, то в юбилейный год, в 50-й, он отпускался. Ему прощались все долги. Земельный надел его семейный полностью возвращался. Ему, ему потом, его потомкам. Вот, и, ну и так далее. То есть все возвращалось в свое прежнее вот статус-кво. И вот эти вот законы, они попирались. Цинично попирались. И богатые все более, становились все более богатыми латифундистами. а к ним почти что в крепостную зависимость попадали крестьяне. В общем, та же история будет происходить на Руси потом, когда в Лондоне в 61 году 19 века пускают первое метро, у нас еще крепостное право только-только отменяют. Вот. Крестьяне оказываются очень долго, ну, Екатерина окончательно их закабаляет, да, оказываются такими вот, в таком жалком положении рабов, по сути. Вот. И все это потом очень плохо сказалось на дальнейшей истории общественных отношений. Батюшка, не хочу как-то, знаете, так... что ли, проводить какие-то параллели или там не договаривать, но мне невольно напрашиваются. Но они просто, все, что вы говорите, это так или иначе, ну, внутри чувствуется, что что-то происходит похожее и у нас. Да, у нас, вот смотрите, кто у нас владеет землей? Ведь человек имеет право частной собственности, это божественное право. И он должен, крестьянин, только тогда будет успешен и счастлив, если он будет обрабатывать свою землю. А у нас сначала крепостное право было с петровских времен до Александра Освободителя. Потом большевики закабалили. Сначала посулили всем крестьянам землю, да? Коллективизм. Потом закабалили. Сначала были колхозы, вроде бы коллективная собственность. Потом вообще совхозы. Труженик села, все. Без орудий труда, без своей земли. Посеял, получил зарплату. Другой жнет, получает зарплату. Этот посеял, ему дела нет. Вырастет там что-то, не вырастет. Сравнять город с деревней, и все. Всех накормить кукурузой. Сейчас крестьяне тоже в жалком положении. Человек хочет работать на своей земле, обрабатывать свой клочок земли, иметь его в своей частной собственности, передавать по наследству. Нет, его душат налогами. Его госкорпорации, вообще крупные корпорации аграрные, они его съедают, он не может ничего сделать. Вот. То же самое и в городе. Приватизация вряд ли была справедливой в 90-е годы, вряд ли кто-то назовет ее справедливой. Это был обман, когда небольшая кучка бывших, да, партийных комсомольских работников стала супербогатыми представителями буржуазии, а все остальные вот в том положении, в котором сейчас. Я прежде всего об этом заговорил для того, чтобы понять. Вот появляется некий человек, который говорит, ну, озвучивает Слово Божие. Это явно противоречит интересам власть имущих, богатых, людей, которые так или иначе находятся сверху общества. Угу. Но явно он вызывает неприятие, такой человек. Он, скажем так, хорошо, если его никто не слушает, и, наверное, для него очень плохо, когда его слышат, и тогда какие-то меры принимают. Вот древних пророков слышали? Если слышали, что с ними делали, как вообще они себя чувствовали в этих сообществах, в которых они озвучили? Ведь они это говорили и людям простым, и, наверное, и тем, кто управляет обществом. Их прекрасно слышали. Скорее всего, из простого народа у них были ученики, которые сохранили их пророчества, записали, сохранили, донесли до нас. Составили целые книги из этих пророчеств. Их прекрасно слышала власть и религиозная аристократия, которая обслуживала эту власть. Вот, например, 7 глава Амоса. Столкновение пророка с придворным священником Амацией. Амация послал сказать царю-батюшке, Равоаму II, Амос тут проповедует в Бейтельском святилище и говорит, что совсем скоро, значит, царь Равоам будет убит, вот, и придут враги и всех захватят в плен. Вот. Мы не знаем реакцию царя, но, скорее всего, он уполномочил, инспирировал этого самого Амацию, священника, и тот обратился к Амосу. Угу. Обратился к нему и сказал: «Провидец», даже не называя этого пророком, «провидец, Хозе, возврати землю твою, а он пришел из Иудеи в Израиль пророчествовать по повелению Господню, там ешь хлеб твой, там пророчествуй, а здесь... в Бейтеле не пророчествуй, потому что это дом царя и царская святыня. То есть это царский храм, здесь царь-батюшка молится, приходит, вот тельцы стоят, он перед ними молится. Вот, убирайся, да. А Амос ему говорит: а я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом в Иудее, там, занимался сельским хозяйством, возделывал сикаморы, вот, и не собирался быть пророком. Но Господь сказал мне: иди пророчествуй к народу моему Израилю. Вот, он послушался и пошел исполнять волю Божию. Пророку уже никто не может противиться. И мы не знаем, как дальше сложилась судьба Амоса. Священное Писание нам об этом не говорит. Но есть одно иудейское предание, повествующее о том, что этот Амация, он ударил дреколем в висок пророку Амосу. И того ученики отвозили на родину в Иудею, и по пути он скончался. Ну и судьба многих пророков складывалась тоже страдальчески и даже мученически. По преданию, например, пророк Исаия был перепилен деревянной пилой, поэтому в послании к евреям мы встречаем такие слова: некоторые были перепиливаемы. Ссылка на еще один апокриф иудейский, где говорится о смерти пророка Божьего Исаии. Вот. И так многие пророки были преследуемы, гонимы, и даже многие из них были умерщвляемы за то, что они безбоязненно провозглашали, проповедовали Слово Божье. Но им ничего другого не оставалось делать. Вот Иеремия говорит: я хотел бы избежать этой участи, быть пророком, вот, но внутри, говорит, меня был огонь, я удерживал его и не мог удержать. Ну, трудно себе представить, чтобы пророки, истинные пророки от Бога, посланные от Богом, обличали бы правящие классы и в то же время пользовались бы их благоволением. Конечно, они вызывали ответную реакцию, недовольство, и узы, темницы, наказание, и смерть, и все что угодно. Вот. У меня еще один вопрос, батюшка, тогда возникает. А пророки, они что вот этим обличением доносили? Кроме того, что они озвучивали те проблемы, те ситуации, которые происходили в обществе, то, что они видели, да, как вы говорите, кто-то из них был просто крестьянином и это видел все и чувствовал на себе, кто-то это так или иначе, может быть, озвучивал. Но суть в том, что обличение, хорошо, они облекают, но с какой целью? То есть что они хотят, чего они добиваются, от чего они предостерегают? Ведь вы не просто так в начале программы рассказали, да, о падении этих государств, о захвате, об этих войнах. То есть в конечном итоге-то пострадают все, и те, кто богатый и прекрасно живет, и вообще властвует, на самой там верхушке находится, и самые бедные, ну, опять же, по вашему примеру, самые бедные, в общем-то, и оставались на месте и обрабатывали сады. Это их цель была? Ну, цель, Божья цель была заставить все-таки измениться, покаяться, то есть вернуться на путь заповедей Божьих, на путь добра. Покайтесь, говорит, научитесь делать добро, Исаия говорит, да? Защищайте сироту, вступайте за вдову во время вот этих судебных тяжб. Тогда придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряные, я как снег убелю. Если вы научите прощать бедным, научитесь прощать долги бедным, которые оказались у вас в долговой зависимости, то и Господь вам простит. То есть ожидание изменений. Часто пророки используют такое небольшое служебное слово «улай» – «может быть». То есть, если мы изменимся, может быть, и Господь помилует нас, и мы не будем захвачены врагами, и будем продолжать обрабатывать наши виноградники, и каждый будет сеять по своей смоковнице и так далее. Благоденственное и мирное житие. А если не изменитесь, говорят пророки, то тогда вот меч Божий пожрет вас рукою ассирийцев, рукою вавилонян. Вот, будете наказаны. Основные преступления, в которых обличают пророки свой народ, израильские, иудейские, это идолопоклонство во всех его формах и проявлениях, включая преклонение перед сверхдержавами, перед силой оружия, перед властью. Это тоже квалифицируется как идолопоклонство. И социальные проблемы, социальные преступления. Это расслоение общества, когда богатые наживаются за счет бедных и составляют свои капиталы, используя угнетение по отношению к бедным, порабощая их, по сути. И коррумпированность правосудия, и коррумпированность вообще высших слоев, и священников, и пророков. У пророков часто встречается критика их собственных коллег-пророков. Слово «лжепророк» в Священном Писании нет. В синодальном переводе мы найдем, но в еврейском тексте нет такого термина «лжепророк». Есть просто пророки. И о том, что эти пророки не от Бога, что пророки эти провозглашают ложь, а не то, что Господь им велел, или мечтания собственные, об этом мы можем догадаться разве что из контекста, да и то не всегда. Вот, были лжепророки. И часто истинные пророки, подлинные, они перечисляют через запятую пророков, ворожей, вызывателей мертвых, гадателей. И вот в этой же цепочке через запятую стоят навиим, пророки. Явно, что речь идет о пророках, ну, о ложных посредниках, которые выдают себя за посредников, да, что в их устах божественная весть. Но на самом деле вот почти что доказательством ложного пророчества и ложного служения пророка является то, что если пророки говорят что-то доброе о действующей власти политической, о царях, о князьях. Вот если они говорят приятные царям и князьям, там, вот один там рога надел на себя, да, и говорит, вот так избадаешь всех твоих врагов, вот давай иди войной там на таких-то неприятелей. Вот если они говорят доброе, что-то положительное, то это почти что признак лжепророчества. Вот, парадокс. И, может быть, мы не знаем, почему появилась необходимость записывать пророческие речи. Но, быть может, вот одной из причин, даже если это не самая главная причина, была необходимость сохранить божественное слово, божественное учение, божественную весть вот среди учеников пророков. Это ведь были маленькие миноритарные группы, преследуемые, угнетаемые, гонимые. И важно было сохранить пророческое учение, сохранить слово Божие, которое пророки изрекали. Поэтому они стали записывать и передавать. И потом вот эти слова Амоса, Осии, они учениками были принесены на юг, и там вот их ученики Амоса и Осии разогнали уже эту волну пророческого движения, очень мощную на юге. Основные пророки, с которыми мы встречаемся в Библии, это пророки, я имею в виду письменные пророки, пророки Южного царства. Север – это устное пророчество в основном. Самуил, Илья, Елисей, Бней Невиим, сыны пророческие – это север. А на юге мощное письменное движение, целая пророческая литература возникла, часто подпольная вот, в этой ситуации. И потом письменные пророки, они, скорее всего, порывали вот с этой традицией Бней Невиим пророческих школ, основанных Ильей, Елисеем, потому что уж слишком эти самые пророческие школы, по всей видимости, становились удобными для действующей власти, для царей. А пророки Амос, Осия и так далее, они, если не противостояли напрямую этим сынам пророческим школам, то они представляли собой уже другое направление. Если и не конфликтующие с Бнея Навиим, то, по крайней мере, не учитывавшие их традицию. То есть было одновременно, наверное, две традиции. Старая традиция пророческих школ и новая традиция письменного пророчества. Ну, некоторые исследователи пророческой письменности так считают. Батюшка, в руках у меня как раз страницы вашего доклада. Очень интересная, но у меня возник вопрос. Грех против идолопоклонства, духовное прелюбодеяние. Речь идет о сей обличитель идолопоклонства. Что значит духовное прелюбодеяние? Смотрите, Осия вводит самую яркую и самую, может быть, шокирующую метафору. И книга 12, которая открывается, книга Осии именно, первые три главы книги Осия – это супружеская метафора. Осия и его жена, блудница Гомерь, они изображают собой, их взаимоотношения изображают собой метафорически отношения Израиля с Богом. Израиль – это разгневанный, обманутый, ревнивый и в то же время любящий свою неверную жену супруг, а Израиль – это его неверная жена, которая изменяет ему постоянно с идолами, с ваалами, с тельцами, с недолжным почитанием истинного Бога, идолопоклонническими способами, с служением иным богам и так далее. Магия и прочее, все проявления идолопоклонства. И Осия настаивает политическое идолопоклонство. Вот проегипетское направление внешней политики, проассирийское. Осия говорит и то, и другое идолопоклонство. Надо не думать, кому из сильных соседей повыгоднее себя отдать, продать. И не думать о том, какому завету, с кем хранить верность, какому завету, союзу с ассирийцами или с египтянами. А нужно думать, заботиться о том, чтобы хранить верность, вассальную преданность, вассальный договор, союз, брит, завет с Богом, подлинным царем Израиля. И вот он все это облекает в супружескую метафору. Было ли это на самом деле? То есть, действительно ли он получил повеление взять себе в жены блудницу, или же его жена занималась, ну, была продажной женщиной, да, в прямом смысле, или в переносном, то есть была жрицей культа плодородия, хананейского культа, Ваалы, Астарты и так далее. То, что да, процветало, культы плодородия, вот эти вот с известными вот этими капищами, где совершались блудеяния, вот, для того, чтобы умилостивить там Ваала, Астарту и так далее. Ваал – бог дождя. Вот. Или это все чистая метафора. Вот. И древние отцы церкви, да, по-разному интерпретировали, и современная библеистика тоже по-разному интерпретирует. Но как бы там ни было, вот личная судьба пророка, его трагические взаимоотношения – вот с этой Гомерью, вот, если они были, они изображают собой историю любви Бога и Израиля, его народа избранного. Израиль – это жена, Бог – это супруг. Вот. И несмотря на все измены Израиля по отношению к Богу, измены с иными богами или с идолами, Господь все равно продолжает любить свой народ, предостерегать его, пытаться вернуть его расположение. И все это есть в книге пророка Осии. Но потом эта метафора супружеская, она переходит дальше. Вот, духовный, можно сказать, ученик Осии, пророка Иеремия, живший в Иудее спустя несколько поколений после Осии, но тоже пророк катастрофы, если Осия пережил катастрофу Северного царства, Иеремия пережил катастрофу Южного, Навуходоносора, вавилоняне, гибель Иерусалима. Сам оказался в плен уведенным в Египет, правда. Вот. То у него тоже эта метафора продолжает развиваться. И это самая яркая метафора для взаимоотношения, для изображения взаимоотношений Бога с Израилем. Есть другие метафоры. Отец и сыновья. Из Египта вызвал я сына моего. Имеется в виду Израиль. Кстати, в Септуагинте, в греческом переводе, сыновей, множественное число. Потом это будет Матфеем рассматриваться как пророчество о бегстве святого семейства в Египет, да, и возвращении из Египта. Вот. Ну, это особенности новозаветной экзегезы. Батюшка, ну, на самом деле столько еще вопросов, но я понимаю, что время уже подходит к концу, и надо чем-то завершить, какую-то точку поставить. Можно сказать, что духовное прелюбодеяние, от него не застрахован любой, в принципе, человек, живущий на земле. Но когда мы говорим о том, что вокруг нас все это также ведь живет сейчас и существует, когда люди обращаются там, к гадалкам, к каким-то провидцам. Гадания неистребимы. Магии. В любом классе, в любом обществе, да. Это тоже духовное прелюбодеяние? Ну да, это одна из форм идолопоклонства. Падшая человеческая природа склонна к идолопоклонству, к гадательным вот этим практикам, к разным мантикам. Вроде бы просвещенный 21 век, да? чемпионат мира или там Европы по футболу. Люди пытаются определить по поведению животного, чья команда выиграет. Какой результат, да? Ну, гадание. Ну, они не на кофейной гуще гадают, допустим, да? Но как у вилонян были, у звездочетов, эти карты звездного неба, они думали, что по ним можно определить судьбу человека, да, или исход войны. Так и сейчас гороскопы пользуются большим успехом. Вот, казалось бы, в наш просвещенный век, в христианской культуре, вот, все это процветает и продолжает существовать, хотя церковь с этим, конечно, пытается всегда бороться. Вот, двоеверие, и суеверия разные, да, и в том числе в церковной среде часто такое процветает, к сожалению. Вот вроде бы благочестивая прихожанка исповедуется, причащается, поет на клиросе, все посты, все соблюдает, верит в переселение душ. И никак ты ее не переубедишь. О чем, говорит, мне там в раю делать? Я, говорит, хочу еще на земле вот пожить. Я говорю, это безнравственно. Переселение душ – это безнравственное учение. Если человек не знает, за что он наказан или награжден, то в чем смысл его наказания или поощрения? А? Любой смысл теряется, абсолютно. Любой теряет смысл, если нет памяти о том, о чем ты, за что тебя поощрили, за что ты наказан. Это прежде всего безнравственное учение, да? Нет, вот пожалуйста, пророки актуальны, и можно взять какой-нибудь текст, какой-нибудь пророка там, Осии, Иеремии, почитать. И вроде бы и не прошло этих 27 веков. 27 веков. Пройдет еще, может быть, 27 веков или 270 веков. А может быть, Господь завтра придет, и закончится история. Наступит Царство Божие. Мы не знаем. Но пророки актуальны всегда. Батюшка, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо за то, что просвещаете нас, за то, что делитесь своими знаниями, ну и в том числе духовно образовываете зрителей телеканала «Союз». Спасибо большое за приглашение. Помощи. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Народном православном.